Форцина, 28 марта 2020 года, КПП-2, мы на территории Форцина, КПП-2 это с тыльной стороны, через дорогу было КПП бригады строителей, времени начало 12-го. С правой стороны ничего нет, ничего не сохранилось. Прямо там еще труба котельная есть. Ну, с левой стороны вот мы что видим. Все эти казармы на месте. Все объекты на месте. Мы проедем на велосипеде в сторону КПП-1 или главного КПП. Погода замечательная, как видите, солнечная. Градусов, наверное, 7-8 сейчас, ну, будет побольше. Наверное, и птичек слышно. Вот какие тут уже листочки. Некоторые кустарники покрываются листвой, некоторые еще нет. Это здание столовой с правой стороны. В этом здании было санчасть, общежитие, другие какие-то службы. Разное время. Ветерок небольшой, надеюсь, нам он не сильно помешает. Пока сюда ехал, пробил камеру. Пришлось менять лостерцин. Вот начало. Какое неудачное. Ну, вроде бы не было ветра, появился. Это столовая с правой стороны. Микрофон у меня закрыт. Если будет шум ветра, ну, это уже издержки. Мы бывали во всех помещениях всех казарм, как и в помещениях столовых, всех. С правой стороны спортгородок. Он заросший. Вот молодые березки как раз на этом месте, где и был спортгородок. Он и там сейчас есть, он видно, перекладины. Другие какие-то спортивные снаряды. Видимо, афиша или для документов каких-то. Для документации. Вот хорошо видно, что он рядом. Еще одно здание столовой. Вот с правой стороны. Наша цель сегодня посетить ремроту. Здание ремроты. Здание казармы ремроты. Войсковой части 93-266. Это вот вход в столовую, центральный вход. Попробуем, мы туда едем сейчас.
Я считал, что у нас есть видео по подразделению, по этой казарме, которую я назвал. Оказалось, нет. Передизовал, что ли. Тоже городок спортивный. С правой стороны и здание столовой, еще одно. Вот оно. Это, по-моему, последнее здание в ряду, или же первое. Да, это первое от штаба, если считать. От штаба войсковой части 93-266. Тут написано «Красная звезда» на стенде. Вот тут тоже, наверное, это было подобное. Дерево упало. Сапоги. Мы были во всех помещениях, всех казарм. У нас видео и фото материала группы «Алтынслагерь» и видео на моем канале YouTube. Как отсюда выйти? Да, с левой стороны будет уже КПП основное, труба котельная, там где-то еще находится и теплица, насколько я помню. Вход в столовую, центральный, главный ли вход. С левой стороны уже КПП. Вот так прямо и правее штаб войсковой части 93-266. Это КПП. Мы с этой стороны проехали по вдоль всех этих зданий казарм. Правую сторону это уже к дому офицеров. Влево КПП, и здесь же был продуктовый склад. Вот и завершаем наше видео. Сегодня 28 марта 2020 года. Форт-Сына. Начнем другое видео.